я сказал, что тигр вернулся на свое место. За золото, конечно, за золото. Нам другой медали не интересует. Ему хватает день тренироваться один раз, чтобы бороться, чтобы он не был с другими его основными соперниками. Самый опасный соперник, те, которые его не знают, он не знает. И те, которые он не настраивается, когда он не настраивается против этих соперников. Имя «Тигр» и «Танк» ему не зря дали. Он всех будет оценивать, всех будет настраиваться. Я думаю, что он имеет право на ошибку. Честно сказать, я как мужчину люблю его, уважаю. Как борца, тем более. Весь мир болеет за него. И американцы даже болеют. Если даже с Райдером будут бороться, американцы болеют за него. Он довольно грамотный, довольно мужественный. Когда я узнал, что его пускают, я позвонил Абдурахману, сказал, достаньте мне билеты, это сколько бы они не стоило. И я туда еду болеть за Рашида Садулаева. Но я думаю, что этот старт чемпионата мира украсит его выступление. Особенно, конечно, им нравится схватка с Снайдером. Эта победа и была у него, Рашида, на этом чемпионате России. И подарил к столетию великого поэта Расула Гамзатова. Сколько процентов ставите на победу Садулаева на чемпионате мира в Белграде? Победа — это значит 100%. Другого варианта нас не устраивает.